И еще одна перспективная разработка слюдяной фабрики. Как здесь ее попросту называют — носогрейка. Натуральное тепло. Песочек сухой. Вместо яиц горячих, вместо мешочков с солью. Но действие такое же народное прикладывается вот сюда или сюда. Согревается, и вы здоровы. А собирают нагревательные элементы для грелок вручную здесь знаменитые слюдяницы, сами укутываясь в платки и укрываясь фуфайками. Марина Николаевна Алексеева. Был наш знаменитый хор, сами знаете, танцевальный. Сейчас мы все это потеряли. У нас практически на сегодняшний день, как вы видите, вы же частый гость нашей фабрики, что у нас остались одни стены. И несколько, наверное, одна сотня всего рабочих. И все. Как таковой, вот у нас нет будущего, а без будущего уже нет тепла.